приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться еще одним замечательным рецептом десерта с чаем. Готовить несложно, быстро и получается очень вкусно. В миску кладем яйца, добавляем соль. Взбиваем миксером до увеличения в объеме. Добавляем сахар, сразу вес. И продолжаем взбивать. Добавляем мягкое сливочное масло. Взбиваем. Добавляем сметану. Взбиваем до однородной массы. Добавляем ванилин. Разрыхлитель и муку. Взбиваем. Постепенно продолжаем добавлять муку. Получается вот такое тесто. Пергаментную бумагу смазываем маслом. Наливаем тесто и равняем. Сверху засыпаем миндальными лепестками.
отправляем в разогретую до 180 градусов духовку до золотистой корочки. У горячего коржа обрезаем края. Убираем пергаментную бумагу. Заворачиваем в полотенце. Даем остыть. Готовим крем. Берем жирные сливки. Взбиваем миксером до загустения. Добавляем сгущенку. Взбиваем еще 2 минуты. Добавляем замороженную малину. Взбиваем еще 3-4 минуты. Наш вкусный крем готов! Достаем корж, смазываем кремом. Заворачиваем и отправляем в холодильник на 2 часа. Достаем рулет из холодильника. Можно его подавать к столу. При особом желании можно украсить рулет. Я украшаю рулет кремом, ягодами, мятой, цветами. Thank you.
вот, спустя час наш вкусный домашний рулет готов. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если уже подписаны, проверьте, включен ли колокольчик. Если нет, включите, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю всем приятного чаепития!